Йорк. Теория Йорка. Для Йорка нужна скрипка. Это основной инструмент Йорка. Это скрипка. На скрипке все бабахается. Самый важный Йорк, это когда вот так. Он называется F-Йорк, что значит First Йорк. Это вот так. Играется как можно меньше нот. Совсем чуть-чуть. Может быть вот так. Он не должен быть мелодичным. Ты должен играть типа бит, что ли, что-то такое наиграть. Вот так. Это F-Йорк. First Йорк. Есть пост-Йорк. Он называется P-Йорк. Он идет после этого и становится более мелодичным. То есть играется уже так. То есть, может быть, как на гитаре, медиатором, как угодно, руками. Уже добавляется больше звуков, и он уже больше похож на, так сказать, на привычную музыку, на рок. На рок, на блюз, на привычную. Когда F-йорк, то там уже не такая же музыка. Музыка, по сути, будет создаваться литературным текстом и голосом, и последующая музыка что-то будешь накладывать. То есть, берешь эти стих Йейтса, как у меня было видео в фильме, да, и пением, этими словами, ритмом стиха ты создаешь последующую музыку. Все. Это как бит или даже как иллюзия. Потому что MP3, где Йорк живет, собственно, он... это же не только музыка, да? Это смесь всех... Ну, искусств театра, поэзии, музыки. Вот. Это пи-йорк, пост-йорк. Используют точно так же текст. No, they live so falling fast. Nurses love they not last. Nurses to the grave are gone. And the prams go rolling on. Whispering neighbors left and right. Black is from the real delight. And the active hands must raise lonely on the separatists. Dead in the hundreds at the back. Follow with an end. You drag arms raised. Stiff little prowl and falls at use of love. Да. И когда поется, обращается внимание по большей части даже не на ритмику, что создает музыкальный инструмент, даже пи-йорки или эф-йорки, обращается внимание на ритм стиха, на стих, вот на эту часть. А это будет уже как-то отличаться. Ты не подпеваешь мелодию, ты а-да-да-да, подпеваешь мелодию, а потом резко от нее отходишь и играешь, и попадаешь в чистую мелодию стиха, а потом опять возвращаешься, и вообще не возвращаешься, и тому подобное. Вот это в Йорке такая тема используется. Есть B-York, это что значит before York, до Йорка. Это значит, когда скрипки вообще нет. Нет музыкального инструмента, и там чистый стих, то есть Now the leaves are falling fast, nurses love. То есть идет мелодия, ты создаешь мелодию стихом, но от нее отходишь опять же, и играешь опять в этом стиха, туда-сюда, как на скрипке, только без нее. Вот. Без нее чисто стихом. Вот это уже говорю. Now the leaves are falling fast, nurses flowers live not last, nurses to the grave are gone, and the prams go rolling on, whispering neighbors, left and right pluck is from the real delay, and the active hands must freeze, lonely of the separate knees, dead in a hundred sudden back, follow what the union drag, arms raised stiffly to reproach, and falls at tons of love. Вот. Left is wood, frozen scalding for thy food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come. Cold, impossible ahead, lifts the mountains lovely head. Good, good wide waterfall, good blessed, travelers, and the less distress. Вот, ну что такое? Это before York, до Йорка. Вот, вот так вот. И добавляем скрипку. Now the leaves are falling fast, there's a lot of wind not test, there's a story grave are gone, and the press go rolling on, whispering neighbors, left and right, like it's from the real delight, and the active hands must freeze, lovely on the separate knees, and then the handbrakes at the back, follow with an in your track, arms raised, stiffly to reprove, inviters of love. Throw the sky to find a fool, that the nightingale is dumb, and the angel will not come, call the most simple of heads, lift the most of the gates. Wide waterfall could bless travelers and the less distress. Вот такое. Now the leaves are falling fast. Nurses, lovers, they're not fast. Nurses to the grave are gone and the birds go rolling on. Whispering neighbors left and right. Like it's from the real delight. And the actors get my phrase long and the separate things. Throw that scotty pot, I fought the night. And girl is dumb and angel will not come. Pull the multiple locate, lift the mountains, lovely kids. Da-d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 a
целиком на ритме, у нее есть ритм, да, и вот везде роки есть, в блюзе, в кантри,
Но в этом, в Йорке, ты играешь эту ритмичную музыку, но пытаешься убежать из ритма. То есть, по сути, это та же вот эта чисто ритмичная, ритмическая музыка без ритма. Но нужно понимать, что ритм все равно есть во всех вещах. И там, где он меньше всего, его больше всего. То есть он глубже всего. Вот. В классике ритм тоже особенно больше. То есть отдаленный есть приближенный. Ну, собственно, я не это хочу сказать. Хочу сказать, что ритм — это игра чисто ритмической музыки, но без ритма. То есть ты его абсолютно убегаешь от него, пытаешься вырваться. Отчасти тоже такая тема. В Йорке желательно использование, конечно же, чисто литературного текста, классического текста, каких-нибудь хороших авторов, Йейтс, там, я не знаю, Беккет, Тагор, Эдгар Аллан По, без разницы, такие, можно русских, можно кого угодно вообще. Можно на Этмане, на выдуманном языке, понимаете, на языке, исполнять стихи на языке, который попросту не знаешь. Допустим, я не знаю польского, да, буду исполнять стихи на польском. Ну, это вот такое можно, Этман польский, Этман исландский, вот такие темы. Вот. А Йорк можно исполнять, в принципе, на других инструментах. Как, в принципе, в роке тоже можно исполнять, или в блюзе, вещи на других инструментах. То есть рок на пианино можно исполнять, там гитара основной инструмент. Но можно исполнять рок где угодно, на ситаре, можно его исполнять на пианино и где угодно. Йорк точно так же можно исполнять на одной губной гармошке, можно так. Да, вот хоть так. Можно на пианино, но основной инструмент это скрипка. И музыка должна быть как можно менее мелодичной. Должна быть очень мало звуков. Одна нота. Или две, вот так. Ты играешь, по сути, не музыку. Музыку ты создаешь стихом. Понимаешь? Пением, вокалом, ритмом стиха, словами. Вот. А это, по сути, как биты. И скрипка, она как иллюзия во многом. Или она просто даже какой-то часть играет для вида. Как-то так. Помимо всего, я назвал три Йорка. Би-Йорк, Ф-Йорк и Пост-Йорк. Ну, Пи-Йорк. Before-Йорк, First-Йорк и Пи-Йорк, Пост-Йорк. Есть еще один Йорк, который будет называться так. Y-Йорк, то есть Йорк-Йорк. Это смесь всего этого дела. Может быть, он будет называться параллельно другим названиям. Как-то я вот думаю над этим, то ли Кёрк. Ну, как-то так, Кёр может быть. Это я пока не решил. Пока она еще только создается, этот Йорк, я даже не уверен по поводу теории, то, что я сейчас вижу. Может быть, она еще 50 раз поменяется, а может нет. Ну, да. Йорк, да, можно и на гитаре исполнять, понятное дело, на пианино. Бляха, муха, на пианино. На чем угодно, и в пыли. Вот, но, короче, Y-Йорк, объединение всего, Кёрк, это когда все, что я назвал, смешивается. Ну, как оно смешивается? Now the leaves are falling fast, the nurse is obviously not less than yours, that the grey are gone, and the prince are rolling on. Rides cold in 4 foot and I think it was done.
Короче, во многом ты играешь, воссоздаешь одним голосом весь симфонический оркестр. Так, получается в итоге, что ты играешь одним голосом симфонический оркестр. Все музыканты, я не знаю, оркестр, текст и хор, весь оркестр, дирижера, пианиста, даже концерт, если концерт с, ну, пианист с оркестром, трубачей, барабанщиков, все исполняется одним голосом. Вот. Понятно, что уже все было, есть, придумано, но неосознанно и не разложено по полкам. Рок-н-ролл еще создали древние греки, блюз тоже древние греки создали. Древние греки вообще все создали, что есть. Но нужно это осознать и разложить по времени. Вот в чем соль, вот чем я и занимаюсь. Наверное, самое главное, единственное, что мы делаем, доказательств тоже нет, это мы раскладываем все по времени. Раскладываем время. Делаем место. Вот. Раскладываем время, место. Вот этим я тоже, вроде как, наверное, занимаюсь. Йорк точно так же. Вот. Собственно, я, конечно же, недавно осознал, делал туда-сюда, осознал недавно, и поэтому я даже не знаю пока, как оно бы звучало бы на гитаре. Вот, я сменил немного подастер. Вот. Now the lists are fallen fast and nested from a state that's north says the grave are gone and the prayers go rolling on whispering neighbors left and right like it's from the real delay. And the active cans must freeze lonely on the separate piece. Dead in the hand, tricks at the back. Follow wooden in your track. As race stiffly to improve in falls at you the flow. Я не знаю, как-то так, наверное. Я еще не играл йорк на гитаре. Но главное запомнить, что нужно, что главный инструмент йорка — это скрипка. Вот в чем суть. Во многом йорк — это как объединение, это как дитя, знаете, современного рэпа, новой волны рэпа. Билли Айлиш, Тентасьон, Лил Пип, я не знаю. И чисто классической музыки. Чисто классической. Что такое классическая музыка? Чисто на самом классической музыки. С чего вышло MP3? Это хорошая поэзия, хорошая литература и очень хорошая музыка. Типа Баха, Моцарта и тому подобное. И вот, и какие-нибудь хорошие, очень хорошие поэты, в том числе национально-русских, там, я не знаю, Пушкин, и в том числе Байрон, По и тому подобное, Йейтс. Вот это все, вот дитя вот этой категории, вот этого искусства, так сказать, типа признано очень большого, классического, очень живописного. И абсолютно нового, абсолютно новейшего, еще не полностью сформировавшегося искусства, типа нового рэпа и тому подобное. И тому подобное. Вот это дитя, вот они вместе породили дитя под названием Йорк. Вот. Возможно, вот это так, Йорк. Я раскладываю по времени. Да. Йорк. Но он должен все-таки писаться с рожками. Желательно с рожками. Йорк. Йорке. Собственно, как Том Йорк. Надеюсь, он что-нибудь создаст потом, как-нибудь в этом жанре. Ладно, шучу. Ну вот, вот так вот интересно. Что-то еще сказать есть или нет? Вот пишу все-таки видео, не письменно пока что. Может быть, письменно потом сделаю. Пока так записываю. Чисто видео. Субтитры надо добавить, наверное. Не знаю тоже, когда будет это. Может быть, никогда. А может, когда. Я не знаю пока этого. Итак. В общем, 4 Йорка назвал. В том числе первый Игорь Кюрк. Он, да, он Кюрк или Кюр. Кюрк. Кюр, наверное, я не знаю. И тоже с рожками. О, с рожками. Пыль валяется у меня вот. Так. Собственно, внешний вид, наверное, не важно, как Йорк одет. Но Йорк, конечно, она пропитана фолком из-за того, что там исполняются чисто литературные тексты. Да, желательно самому не писать, а чисто использовать литературно признанные тексты. Можно использовать прозу очень хорошую, драматургию очень хорошую, классическую, не классическую, новую классическую. И хорошие стихи. Вот. Да. Посмотрите мой фильм со стихами Уильяма Батлера Йейтса. Там тоже какой-то некий пример Йорка. Потом еще выпущу альбомы примера Йорка. Так и Би Йорка, так и Пост Йорка. Хороший фильм о пост-Йорке, где я использовал стихи Дилана Томаса. Наверное, неплохой пример.
его тоже опубликую скоро. Не знаю, что будет раньше, тот фильм с Йорком или этот. Это теория Йорка. Исполнитель будет называться, по сути, Йоркер, как и Рокер. Вот. Но так-то это все подразделы такого великого искусства, как MP3. Очень важного. MP3, что такое MP3? Это Боб Дилан, Джонни Кэш. Это вся музыка, что мы, по сути, слушаем, не классическая. Вот это и есть MP3. Что три, там, оно объединение искусства, оно как на кино очень похоже. Вот, так что очень особое искусство. Ну вот, в общем, вот так вот. Что-то еще дополнить? Я не знаю. Мне надо посидеть, подумать. Так. Йорк. МП-3-ер и Йорк. Да. Ну ладно, что там заново.